Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Выходные подошли к концу, и основная тема выходных – это проведение митингов по всей территории Российской Федерации 26 числа, который организовал Навальный, сразу же после вот видео «Он вам больше не Димон». Ну, я так посмотрел, какая информация выкладывается в интернете. В интернете очень много информации. Понравилась прямая трансляция с «Эхо Москвы». И в связи с этим у меня есть вопрос к зрителям моего канала, для того, чтобы собрать какую-то такую персональную статистику. Мне бы хотелось бы услышать ваше мнение и комментарии, как в вашем населенном пункте проводились вот это мероприятие протеста, принимали ли вы участие сами в этом митинге, и ваше мнение вообще о целесообразности проведения таких мероприятий, потому что, в принципе говоря, можно любить Навального, можно не доверять ему, но ему удалось сделать такое массовое мероприятие по всей территории. За что, как говорится, ему почет и уважуха. Вот. Хотя, ну, я лично его немножко недолюбливаю, вот, как политика. Но, тем не менее, это удалось. Вот. Так что, в первую очередь, я хочу услышать голос своих зрителей, своих подписчиков, с тем, чтобы собрать какую-то дополнительную информацию о том, что происходило в вашем населенном пункте вот как раз 26 числа. Хорошего всем дня!